предметы, которые можно катать по телу, в лиричной композиции их несколько исчезает. Да, к сожалению, да, но мы стараемся передать и быстрой композиции лирику мяча. Мы видим нашу гимнастку. Арина Тимошина сейчас покажет упражнение со скакалкой. Очень известна сейчас эта композиция. Первый раз я сейчас вижу, что берут у нас пока в гимнастике. Ансамбль «Две Маши», «Мама, я танцую». Очень зажигательная музыка. Эффектная лоли была в конце, да, и чистенько сделана. Зажигает.